Церковь Михаила Архангела. В Пачбельде. Построена как часовня в 1765 году. Перестроена в храм в 1889 году. На средства уроженца села Пачбельда Петра Савватьевича Малыгина. Памятник русского деревянного зодчества. Зайдем вовнутрь. Иконостас. Тут можно за здравие ставить. Вот сам святой Архангел Михаил. Здесь вот за упокой. И за здравие. Рассказывали, здесь нашли бомбу, не разорвавшуюся, с Великой Отечественной войны. Взрывали прямо тут. У часовни только крыша покосилась. Сделано крепко.